Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас на русском, как обычно, в понедельник коллекционер. И сейчас мы поиграем, посмотрим на акции топовые, которые есть на других серверах. Его не скажешь о русском. Так, что у нас сегодня? Трать с выгодой. Ну, такое себе по сравнению с Китайкой, если трать с выгодой, ни о чем. Так, ежедневный бонус тоже, в принципе, ничего интересного. Рома нет. Вот такой вот коллекционер. В принципе, такой неплохой. За командора вы можете выбить новый талантик. Обзорчики на некоторые героев сегодня у вас будут. Я уже ссылочки выкинул. Еще вечером будет на Ронина с ожогом рунами. Тоже интересный получился Ронин. Максимум уклонения. Ну, самое основное, как видите, можно сегодня получить для бездоната 5-й психощит плюс священный огонь 7 за 15 слизней. А так, в принципе, ничего такого интересного нет. Все как обычно, в общем. Ну и фонтан желаний, где можно. Зачем я на питомца нажал, лучше молоточки позабирать. На китайке X2, кстати. Сейчас до этого дойдем. Так, окей. Поехали ролить слизни. Посмотрим, сколько на сегодня у нас их уйдет. Самиков. 5-й психощит. В принципе, неплохие плюшки для бездона. 5-й психощит и СО. Довольно-таки неплохо. Так, у нас 601 тысяча, поехали. Ролить имба-героя. Ну, как обычно, в последнее время где-то в районе 50-60к. Конечно, кому как. Так, фараон. Ворожей. Рино, ну ничего себе. Это одна синь падает. Ничего не падает толкового. Драка с Дед Мороз. Бигфут, ну, уже получше. РТшка, ниндзя. Ну, давай. Это у нас уже 25к мы слили. Смотрим, что у нас получилось. 8 с 15, то, о чем я говорил. Кто хочет паролить, пишите в телегу. Ссылочка есть внизу в описании. Заклинатель на всех франки, либо в ВК. Ролить буду, как обычно, вечером, поэтому... Кому надо, будьте на связи. Так... Фея. Пропустил, кто там был. Вот командора, просто изи. Дернистый. Призрачный. Так, что у нас получилось? 13-15. Уже почти. 40к. Ну, это нормально, я скажу вам. Крутитель. Еще одна заклинательница. Сердцеедка. Ну, вроде все. 42к. Да, 42к. Конечно, мы не выбили королеву гарпи. Она, по сути, нафиг нужна. Но зато мы собрали вот командору, в принципе, за минималку. И плюс 15 слизней. То есть максимальные награды, которые можно получить. Мы получили даже 5-й сет воодушевления, своротливость, 10 камней. В принципе, это неплохо, потому что камней надо очень много на ковку. 8-х. Эмблема священного, отлично. Очень-очень даже ничего. Так, 42к. Что у нас тут? А это у меня еще модные наборы я позабирал. Ну, так вот. Неплохо, неплохо. Забираем
дополнительные плюшки. Ну, конечно, блин, за 80к на английском, не на английском, а на этом, на китайке можно собрать половину некроса. Так, окей. Сейчас еще скины надо докачать. И пойдем посмотрим на другие акции, на других серверах. Так, десяточка. Блин, на твинках то меньше надо. И одна десятка. Так, тут надо урника докачать будет. Именно тавра я провтыкал, продавали его. В принципе, такой вот коллекционер, как видите, ничего сверхъестественного нет. Собрали, в принципе, за 42 тысячи то, что надо. Это реально удача. Так, поехали на... Давайте на китайку. Посмотрите, рынок на китайском. Честно говоря, рынок у них начал удивлять очень и очень. Еще до обновления сказал, что-то будет не так, и так и случилось. Изменился рынок, продажа на китайке, и он стал опять же похожим до английского донатного. Так, ну, такие вот плюшки здесь продают. Конечно, до английского далековато еще, но неплохо. Арктика, набор Арктика Стрелок. В принципе, 320, это у нас 640, второй пак идет по величине. Арктика, Стрелок, это такое себе. Ну вот, большой набор, посмотрите, по 1000 камней. Сразу же пятая эмблемка изворотливости и по 2000 кристаллов. Синий у меня этот, красный надо будет брать. Бугимен. Вот акция для роллинга талантов. Не знаю, или успею вечером заснять. Нет, сейчас попробую поролить. Можно ролить опять же за карты, что очень удобно. Карт здесь хватает. Вы можете забрать. Сразу же ракушка пятая упала. Вот видите, за карты я сразу же получаю топовые. Рады. Потом ракушку заберу. А по поводу акции, что здесь есть? Продажи, опять же. Вот, не могу, потом покажу. X2 награды идут, удвоение здесь. В два раза больше получаешь. И открыт. Да, открыт сегодня. Опять открыт. Урома. Ну, награды, честно говоря, ни о чем. Поехали еще английский сервер посмотрим. Так, что тут у нас тоже продают? Вот тоже X2, видите, у нас на русском нету. Сейчас увидите, сколько я наберу. Не знаю, почему так. Вот 8 штук. Такс. Такс. Поехали. Забираем это все. И смотрим, что здесь сегодня за акции. О, есть хрустальный. Отлично. Надо будет посмотреть. Опять же, здесь уже дискаунт стор есть, ничего себе. Ребят, восьмая эмблема гремки вот так вот за 30, в принципе, довольно-таки неплохо. Давайте скидочку посмотрим. Минус 30, но видите, здесь за две монетки. А вот можно опять же 10 коробок за 200 для бездона, блин, ну я считаю, это отличное предложение. 5к кулаков тоже за 700, почему нет. Вот это можно забрать. А даже вот это, ну, кто влаживает, не тратит ресурсы, в принципе, эта акция очень кайфовая будет.
Окей. Смотрим, что по рынку у нас сегодня. Cyber Monday. Так, Шиару продают, она у меня на максималке. Так, это расходники. О, неплохо, посмотрите, 1126 за наш большой пак. Вот так вот. 1126 смертушки, офигеть. 10 камней уже продают. В принципе, их так где-то продавали. Плюс просто жесть, сколько всего. 11, 26, видите, как они продают. Огникрыл, скин, Командора, блин, ну, 1600 уже продают, ну, у меня уже некуда их девать. Так, Prime Pack. И Dark Slayer. Восьмые эмблемки продают, вот, восьмые эмблемки уже продают по 20. Кулаки, вольт, камни, ну, в общем, все как всегда, ребят. Такой вот трешечок у нас. Вторые тоже уже в перелимите. Так. Ой, тут даже тоже есть рулетка. Вот здесь Некроса продают буги. Давайте фри посмотрим. Тут ничего, в принципе, не поменялось. Все как обычно. Ну, по 150. Вот так вот. У нас по 200. Собираем осенний урожай. Ничего такого нет. Вот так вот, в принципе, такие вот акции. Пишите комменты, подписывайтесь, участвуйте в конкурсах. Что для этого надо делать, есть видео на стартовой страничке. Всем удачи, всем пока.